На улице Мичурина в порядок приводит не только проезжую часть, но и бордюры, тротуары, газоны, инженерные коммуникации, парковки, примыкания, съезды, подъезды к остановочным площадкам. Комплексный ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В данный момент выполняется несколько видов работ на разных отрезках участка. В частности, обустраивают тротуары. На участке площадью 20 тысяч квадратных метров укладывают плитку. Плитка, ну, во-первых, на солнце от асфальта идут все равно испарения, битум выветривается потихоньку, ну и, соответственно, от него идет жар, что не сильно приятно как бы прохожим, ну, пешеходам. Вот. А от плитки она отлично и дренажирует воду после осадков, и, естественно, по ней приятно ходить, не так устают ноги, и человек более себя комфортно чувствует. Кроме того, при необходимости плитку можно будет локально заменить в кратчайшие сроки. Общая протяженность обновляемого участка почти 2,5 километра от улицы Чкалова до Масленникова. Здесь идет и устройство карманов для удобства подъезда общественного транспорта к остановочным площадкам. Два уже готовы, еще два в работе. Отдельно хотелось бы отметить, что общая площадь парковок на улице Мичурина порядка 5000 квадратных метров. Из них устройство парковок вновь это 1500 квадратных метров. Работы выполняются с учетом имеющихся инженерных коммуникаций для того, чтобы обеспечить возможность парковать транспорт для граждан нашего города. При формировании плана работ по ремонту объектов изыскивается максимальная возможность по устройству именно парковочных мест, для устройства карманов, для общественного транспорта, для того, чтобы максимально облегчить жизнь гражданам нашего города. Улица Мичурина очень преобразовался, качественный ремонт сделали дороги. Я сам часто здесь езжу, и мне очень приятно по такой дороге ездить. Сейчас подрядчик занимается ремонтом въездов. На них укладывается покрытие в два слоя по 5 сантиметров каждый. Только за минувшую субботу между улицами Чкалова и Полевой привели в порядок 5 въездов. Накануне эти работы продолжились в границах улиц Осипенко и Челюскинцев. А сегодня начинается разбор старого покрытия оставшихся въездов, их еще 6. Для непрерывной работы задействуются несколько КАМАЗов, асфальтоукладчик и катки. В финале работ предстоит обновить и средства организации дорожного движения. Установят ограждение свыше 60 новых светофоров, знаки, а также нанесут разметку на площади свыше 2000 квадратных метров. Напомним, улицу Мичурина взяли в работу в числе первых еще в начале апреля. В первую очередь отремонтировали пространство между трамвайными рельсами от Полевой до Клинической. Очередность ремонта обусловлена тем, что в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, в Самаре сначала преображают те дорожные объекты, история которых связана с Великой Отечественной войной. Все работы по комплексному обновлению согласно муниципальному контракту должны завершиться до конца октября. Однако подрядчик идет с опережением графика. Улица уже готова на 83%. Мария Илчан, Константин Головин, Сергей Баскин. События.